Ну, я не знаю. Вообще, мне кажется, это глупость. Такая же глупость, как Соединенные Штаты Америки в свое время запретили. И, по-моему, по сегодняшний день ничего не изменилось. Въезд в Кобзону. Но это политика государства. На сегодняшний день они считают так. Потом выгонят то правительство, которое сейчас. И, может быть, всем этим людям дадут звание Героев Украины. Это политические игры. Относиться к ним серьезно, да я не знаю, пусть политики к этому серьезно относятся. Я не думаю, что все названные замечательные артисты, артисты, которых любят зрители Украины, которых, ну, любят, ну что ж, ведь мне совершенно все равно, каким был Веласкес, кто ему разрешал въезд в страну или не разрешал, кому и как насолил, и что в отместку сделал кто-то Рембрандту. Я смотрю его картины. И если бы мне запретили смотреть Веласкеса, всех французов, и так далее, я бы чувствовал обиженным себя как зритель. Я думаю, что зрители Украины должны быть обижены здесь на свое правительство, а не те артисты, которым запретили. Ну, запретили им, Господи, ну, это не их проблема.